большой конкурс и награждение номинантов по специализации вокал и исполнительское искусство. Я прошу заранее прощения за некоторые, может быть, задержки, технические неполадки, потому что, повторяю, у нас не концерт все-таки, а конкурс, да? И начать я хотел с того, чтобы представить наше почетное жюри. Осудить сегодня номинантов в специализации исполнительское искусство и вокал будут люди, которые, я думаю, ни у кого не вызывает сомнения, являются специалистами в области искусства. Представителем нашего жюри является заместитель директора по воспитательной работе школы номер 690. Это наша соседняя дружественная школа Рена Измайлова. Человек, который преподает предмет мировая художественная культура. Человек, который обладает навыками игры и на фортепиано, и на пианино. И я думаю, она сможет грамотно оценить всех наших сегодняшних конкурсантов. Это Елена Владимировна Герасимова. Помогайте ей в нелегком деле выбора лучших. Хотя у нас все лучшие, поэтому очень сложно выбрать сегодня будут. Социальный педагог нашей школы Светлана Николаевна Клочкова. Занятый деятель искусств и посетитель разного рода концертов, фестивалей и конкурсов. А также педагог-хореограф нашей школы Анна Анатольевна Волкова. Проходить наш конкурс. Сегодня наши номинации пройдут по очереди и соблюдая возрастные рамочки. По итогам, вот вы видите наши нарядные призы, да, дипломы, грамоты и статуэточки. Вот, сразу скажу, что победители все, кто пришел, кто репетировал, кто готовился, вот, но все-таки не будет конкурса, не будет мотивации работать дальше и лучше, если не будет лучше, правильно? Вот, поэтому лучшие будут выбраны, и они получат наши чудесные призы. Хотя, я думаю, лично сегодня должен идти никто. Вот. И сначала у нас пройдет конкурс по номинации исполнительское искусство. Чтобы уже было удобно оценить сразу всех исполнителей, да? Так, я прервусь в свое выступление. Сразу прошу всех присутствующих в зале. Так, у нас конкурс музыкальный, требующий от наших исполнителей очень большой концентрации. Выключите звук своих мобильных телефонов. Вот сейчас выключите, пожалуйста, звук, если у вас есть телефоны, чтобы нам ничего не мешало. Вот, значит, сначала пройдут 4 номинанта в области исполнительского искусства. Значит, 3 человека сыграют на фортепиано, и один исполнитель будет играть на скрипке. То есть здесь, видите, тоже очень сложно выбрать. Вот, далее мы будем слушать наших вокальных исполнителей. Громко хлопать, аплодировать, веселиться, поддерживать их. Вот, сразу скажу, наши исполнители также делятся на 2 группы. Это дети, которые занимаются с педагогами по вокалу, и дети, которые просто очень любят петь. Вот. Поэтому мы также решили, вот специально купили 2 приза. Будет отдельно победитель в номинации профессионалы и отдельно в номинации любители. Чтобы у нас не было потом вопросов, почему побеждают те, кто занимается где-то кроме. Вот. Поэтому давайте пожелаем друг другу и себе лично успеха, похлопаем. Вот. И под громкое слово мы приглашаем нашего первого исполнителя в игре на фортепиано. Это Василиса Холодильна, ученица 1 класса В, тяжело начинать первый. Давайте громко похлопаем Василисе. Проходите, пожалуйста, к нашему инструменту. Вот. Он заждался теплых детских рук. В зале тишина, а потом прям взрыв аплодисментов. Хорошо? Итак, Василиса нам исполнит прелюдию. Thank you.
Thank you.
встречаются между собой, но у них еще есть время поделиться. А мы переходим с вами к прослушиванию наших с вами солистов. Сегодня у нас 8 будет выступлений. Кто-то будет петь сольно, кто-то будет петь дуэтом. Вот. Предлагаю также идти по возрастающей, начиная от самых юных наших учений, заканчивая более опытными. Итак, Василиса. Как говорится, талантливый ребенок талантлив во всем. И открывает наш с вами вокальный концерт ученица первого класса В Василиса Холодильна. Прошу на сцену. Сейчас мы немножечко подготовим. Проходите, пожалуйста. Я прям призываю зал и во время выступления, когда проигрыши, похлопать ребятам, чтобы было весело. Да, все-таки у нас дети все такие талантливые, что удержаться от аплодисментов просто невозможно. Итак, Василиса исполняет нам песню из кинофильма «Красная шапочка». Thank you.
Челенко Анна. Молодец. Похлопаем еще раз нашим веснушкам. Итак, профессионалы выступили. Но вы сейчас увидите, что наши непрофессионалы ничуть не уступают нашим профессионалам. Поэтому, ребятки, не стесняйтесь, выходите на нашу сцену и выступайте самыми разными песнями. Потому что сейчас вы увидите, что даже простые девочки, которые просто захотели выступить, подготовились и выступить с отличной новогодней песней, для нас самому лучшему, самому светлому празднику. Это Ломакина Валерия и Рахмонова Дилноза, через третьего класса В, исполнит нам песню «Снежинка» из всем известного кинофильма «Чародеи». Yeah.
дать им не проще, чем вокал. А я приглашаю нашу сцену. Не просто исполнитель, а настоящий дуэт, друзья, в рамках которого выступает Князева Варвара и Митюшина Серафима, ученица 4 класса Б. Прошу на сцену. Девушки, исполнят вам песню «Друзья».
большое, девочки, отличное выступление. В чем они правы, что буквально вот рукой махни и уже Новый год, да? Так из года в год раз, и Новый год, день рождения, Новый год, да? А мы сюда приглашаем нашего единственного мужчину-солиста. Это ученик 6 класса А, Глебов Андрей, который спел нам песню «Школа, школа». Я уверена, что ваши ладони опять не удержатся от того, чтобы поддержать нашего исполнителя. Thank you.
Thank you.
удивлена. Ну, давайте попробуем. Так что перескину ей тогда. Ты же с сегодняшнего дня только запустили вот эту область. Так порадовались, что не гладкие, но хорошие. Ну, а чего? Хорошо. Ой, почему нет? Ну, как-то поразительно. Какая же там нагрузка большая? Для них же...